Спортсмен из Таджикистана Камалидин Баймерзоев стал чемпионом Кубка мира. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего новостного канала «Султан Ти Джей Ньюс». Мы рады, что вы с нами. Итак, начнем. Таджикистанец показал наилучший результат в своей весовой категории. Спортсмен из Таджикистана Камалидин Баймерзоев стал чемпионом Кубка мира по рукопашному бою в легком весе. Соревнования провели в Московском дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В рамках финала состоялось 10 поединков. Россияне Азамат Самгунов, Тимирхан Гасанов и Николай Киселев стали победителями в своих весовых категориях. Самгунов получил титул чемпиона в весовой категории до 79 килограммов, Гасанов – до 75, Киселев – свыше 90. Среди женщин лучшей оказалась Мафтуна Кувандикова до 55 килограммов из Узбекистана. Также чемпионами в своих весовых категориях стали узбекистанец Шахбоз Турсунов до 60 килограммов, до 65, Сауран Арабай, Казахстан, до 80, представитель Узбекистана Агабек Кадиров, до 85, Айбек Самитаев из Казахстана и свыше 75, американец Джесси Джей Смит. Кубок мира по рукопашному бою провели в России впервые. Кроме медалей, победители удостоились званий заслуженного мастера спорта или мастера спорта международного класса. Всего в соревнованиях приняли участие более 300 бойцов из 37 стран. В 2021 году Международная федерация рукопашного боя отмечает 15-летие с момента образования. Сегодня такая дисциплина развивается в 40 государствах. Приоритетной задачей федерации остается включение рукопашного боя в список олимпийских видов спорта. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк. Жду ваших комментариев. Спасибо, что вы с нами.